Всем привет, меня зовут Валера, а это красный холодильник. Надеюсь, нас будет кошмарить холодильник, потому что такого я еще не видел. Как в принципе и красные холодильники. Любой правильный холодильник должен быть белого цвета, потому что белый цвет холодочка. Если холодильник другого цвета, что-то с ним не так. И нам следует разобраться. Погнали. Мы прерываем данный видеоматериал для экстренно-космических новостей. Из-за игнорирования требований прекрасного прямоугольного корабля в виде дебетовой карты в космическом лимитированном дизайне от Lazy Square, повторюсь, он все так же прекрасен, только взгляните на эти кадры со спутника. Корабль начал проявлять какую-то непонятную активность. На Землю посылаются лучи кэшбэка. Аж до 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров. Их список постоянно обновляется. Доход до 6% на остаток по карте. Кэшбэк приходит настоящими рублями, а не бонусами. Бесплатные переводы с карты на карту по номеру телефона через СБП. Их уже не остановить. Все, что нам остается, оформить ее по ссылке в описании прямо сейчас, и тогда обслуживание карты будет бесплатным навсегда. Торопитесь, это действует только до 16 октября. Итак, что таит красный холодильник? В принципе, то же самое, что и мой белый. Ничего нет. Чей-то квашеный глаз и банка с бобами, прошлогодняя. Бобы дышат? Неприятно. Так, начать. Посадили напротив холодильника. Да чё ты трясёшься, я свой. Куча записок разных. Мистеру холодильнику нравится песня ля-ля-ля. Понял. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну чё, спокоен? А это что? Если я узнаю его имя, я смогу уйти. Как же мне узнать твое имя? Маквин? Ну где-то должна быть подсказка какая-то. Ты чё припёрся? Ля-ля-ля. Твоя любимая песня, отъеби. Кусок твоего имени забирай. О, вижу еще одну букву. Ох, блядь, у тебя большое имя. Так, веди себя достойно, слышишь, холодильник? Опа, еще буква. Да фиг. Дебик тебе, конечно, больше подходит. Да где эта последняя буква, я не пойму. О! Все! Я прошел бобы, теперь я буду проходить папе на работу. А там, видимо, мама. Это какой-то психодел, я понял. Зря я сюда вообще полез. 23.03 до сих пор на работе. Что там такое настойчивое, а? Я не отвечаю. О, деньги, давайте. Кабинет какой-то пустоватый у меня, конечно. Лях. Наблюдает за мной, смотрите, куколд, наверное. Нравится ему. Время видели, дайте вы домой уйти. Йогурт с тараканами. Это мы заберем. Слышь, я пошел домой. Завтра сможешь за мной наблюдать опять. Нужно выключить свет, а то уборщица снова будет ворчать. То есть это самое страшное, да, что здесь может быть? Ой-ой-ой, так что так стрёмно. Садись в лифт. Садись в лифт. Садись в лифт. Я так понимаю, таблички оптом закупали где-то, да? Директор предприятия у нас шутник. Двери говорят, садись в лифт, задача говорит, идти домой. Кого слушаться? Ну, таблички на дверях меня еще никогда не обманывали, поэтому... Так, в смысле? Лифт вообще работает, нет? Все не с первого раза, как в жизни, мне нравится. Это кто у нас? Че подглядываешь? Ну-ка лезь обратно. Первый этаж, короче, все, достали. Едем домой. Картина отстой. Что же, четвертый. Ну сейчас кто-нибудь вонючий зайдет ко мне, встанет с мешками, с мусором каким-нибудь. Давай-ка. А снова глаз. Давай-ка вниз. Что это там происходит? Ой-ой-ой. Нет, 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 даже не езжай сюда. Занято. Спасибо. Я жал первый. Может, это не этажи, а курс доллара? Чё он так скачет? Все, достали, я звоню в полицию. Да, я вижу, что лифт застрял. Сейчас попробую что-нибудь с этим сделать. Пора бы давно. Не пытайся выбраться самостоятельно. Да я просто... Ой, кнопку сломал. О, свет ты вернул, молодец. А этажи можешь... Ёб твою мать. Это я не понял. А что вам надо? Ну-ка, не подглядывать. Все, любопытные закончились. Как там? Кол позвонить этому шахтеру? Да, блядь, как вы достали меня. Что-нибудь, блядь, заработает, нет? Какая-нибудь кнопка. Ну это же не я, да, нажал? Это же я ж ничего не сделал. Мы падаем. Ой, это ты должен был чинить лифт? И чё? Скоро починишь? Видимо, нет. Пиздец, дядь. Не, ну мы так разобьемся. Я отказываюсь. Просто стоп жму и все. А, ну то есть это сработало. Технический этаж. Дико извиняюсь, но раз я здесь, мне здесь надо. Знак туда-сюда, и вот что он обозначает? Комната отдыха, генератор. Нихера себе у вас там реально чилл-зон. Хочу в комнату отдыха. Запустить генератор. Попались работнички, Жека. Вечно вас надо вылавливать ходить. Мужик, где генератор? Подскажи. Как же им плевать, я просто поражен. Все оказалось просто, я просто слепой.
Вернитесь к лифту. Увози меня отсюда. Что-то получилось. А, так вот комната отдыха. Это была массовая игра в Твистер. Кишку мне можно, блять. Ладошка. Один. Чья ладошка под номером один? Вы в куче, признавайтесь. А ты почему не играешь с остальными? Ля-ля-ля-ля. Ой, блять, что? Ну что ты? Там же не глубоко. Еще один торговый автомат, собери себе друга. Но я собираю только руки. А обязательно ваш Твистер голым играет, я не понимаю. Nice ass. Он вбежал в меня. Rock'n'roll. А зачем мне 6 рук вообще? Кто-нибудь объяснит мне? Ну я собрал все руки, что тут? А, ну самая очевидная головоломка. Посчитать, сколько пальцев на порядковом числе руки. Они думают, что я настолько тупой, что считаю по пальцам. Они правы. Опа. Вы были замечены. Бежим домой с работы. Кабинет алкоголика, ясно. Отвратительный муж. Паршивый отец. Отдел кадров работает на ура. Кабинет страдания. Можно не туда? Все, я сбежал. Ну, либо нет. О, нет! Я не готов умереть от рук холодильника. Ну, у него нет рук, конечно. Ну, в принципе, от холодильника. Точно, твоя песня. Ля-ля-ля. Бля! На самом деле, это было у него в голове. Он сидел на работе, говорил по телефону, увидел, как увезли тетку на карете, побежал за ней, такой бежит быстренько, жмет кнопку в лифте, ну, так я и делал. Потом он поехал. И чё за бредятина? Теперь играем за скисший йогурт с тараканами. Seaside, привет. Скажите, в какой комнате моя жена? Вы что, не видите, что я занята? Тут не справочная, вас тут много. Но я здесь одна, я даже не могу нормально пообедать. Понятно, а где жена? А это что, не еда? Он с гвоздем хлеб. Все им должны. Вот телефон, можете позвонить и узнать, где ваша жена. А я занята. Да, если я компьютер выключу. Что скажешь на это? Занята она. Туалет. Ну, обычные писюкаки. Пульс есть у человека в камуфляже. А где телефон? Стоп. Это ты или это другая бабка? Ну вот же телефон, можете позвонить и узнать, где ваша жена. Я занята. Типа эти комнаты повторяются? Эх, бля, нет. Нет, тут пока устраивает. Ладно, а здесь что? Ага! Слышите, все-таки я без вас не справлюсь. У вас какая-то больная больница. Теперь ушла, смотрите. Какой-то Доктор Стрэндж в больнице. Подсобное помещение. Том, они вообще пишут на стенах. Похер. Здорово. Вас там в адеквате? Заходить можно? Табуретки у вас вроде не летают, все в порядке. Я не могу прочитать номер отделения онкологии. Ведь жена размазан кровью. В смысле, вон онкология. 5 просто и все. Алло. Понял, надо искать в других измерениях журналы. Где он? Где? Вас все устраивает, мистер телефон. О, 5-1. Где рука, там справочник телефонный, все понятно. 5-1-1-7. Привет, я разобрался. Скажите, пожалуйста, в какой комнате находится Хлоя Гилд? Извините, я первый день не знаю всех пациентов, спросите в архиве. Туда пройти просто, прямо налево, налево, направо, 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 прямо. А почему не табличка архив, например, со стрелочками, нет? Тут нет, вперед, два раза назад, и оно вообще влево. Сюда, если зайти, что? Во, сразу бы так, архив. А не маленький. А не маленький у вас архив? Не сюда. Спасибо, таблички очень удобные. Не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Я заблудился. Так, теперь начались цифры. Что они значат? 2, 3, 20. Чё с порядком вообще? Чё они обозначают? Так, сука. Я опять попал куда-то. Давайте в 2 пойдем. Не сюда. Сука. Ладно, пойдем просто куда-нибудь. Не сюда. Понял. Значит, сюда. Не сюда. Да в смысле? А-а-а, где я? Я попал в петлю. Где я вышел-то? Вы что, не видите, что я занята? Вот список пациентов, которые недавно поступили. Ищи свою жену там. Вы все такие заняты, куда бы деться? Отделение интенсивной терапии 7. Надеюсь, там не архив. Нет, это что-то похуже. Это очередь? А я можно без очереди пройду? Ну да, пропустят меня, как же. А можно как-нибудь побыстрее очередь организовать-то, пожалуйста? Мне надо только спросить, бля. Чё там, движняк будет какой, нет? Класс. Метр в час движняк. Я застрял в призраках. Я уже не двигаюсь, меня зажало. Ах ты, сука, проскочил вперед меня, гнида! Я реально никак не пропустите, типа, совсем? Оба, все, теперь я здесь стою. Ну, двигайтесь. Охереть, все, за мной стой. Ты куда пытаешься? Все, теперь ты не в очереди, в конец встал. Если вы думаете, что некоторые геймплеи затягивают, вот создание очереди, вот это, по-моему, так затягивание геймплея. Так, 7-я палата, это я помню. Туалет, подсобное помещение. О, 7.
Вы не видели мою жену, ее зовут Хлоя, она должна быть где-то здесь. Да, она была здесь, но ее перевели в другое место. У меня осталось мало времени. Приведите мне моего сына повидаться в последний раз, я вам скажу, где ваша жена. Сейчас обману его. Эй, папа, я твой сын, смотри на меня, где моя жена? Не наебешь. Как найти ребенка? В больнице. Пустой. Полный призраков. Может, он в комнате отдыха? А, здравствуйте. Надо купить сладкое и заманить его просто шоколадочкой. Со мной бы сработало. За шоколадку буду сыном чем угодно вообще. О, здравствуйте. Вы сын? Нет, вы телефон. Родильное отделение. О! Похер. Сейчас кого-нибудь сына притащим. Огромная больница. Где найду ребенка-то? Ребенка не видели никакого? Или он уже в котлетах, судя по тому, как неадекватно ведет себя буфетчица? Ой, еще тепленький. Можно мне тоже Нескафе? Родильное отделение. Везде пусто, никто не рожает, что ли, чё? Ты ребенок, нет? Ты ешь рис ложкой? Толбоёб. Снова три, ну как это так-то? Ну как так-то? На одном этаже три третьих палаты, вы чё? Блять, снова тут. Заблудился, блядь. Бля, снова здесь. Сука. Бежим до конца. Сюда, 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 сюда. Личинка наконец-то пойдет. Вы подобрали бэби. Чё ты дымишься, пацан? Баю, баюшки, баю. Не ори. Будешь орать, отдам демону. На! My beautiful baby. Теперь скажи, где моя жена? Идите вперед, вправо, затем снова вправо, вправо. Ух, сука. Чё за игра? Почему она так делает? Так, вправо, мне надо вправо. Куда вы идете? Вам туда нельзя. Там моя жена. Тогда принесите справку от заведующего отделением и справку от врача. О нет, симулятор жизни. Заведующее отделение, привет. Что там, справку давай. Выписка жены лежит на столе, возьмите и уходите. А, ничего не понятно. Не разбираю шрифт врачей. Жизненно. На! Так, справка от доктора. А что у него закрыто, обед что ли? О, ключик, наверное, от доктора. Я сам возьму справку. Доктор, вы что, уснули? Мне справка нужна. О, справка, все, спасибо. Доброй ночи. О, твоя жена, прям вот так и сделали табличку. Мне нужна моя жена. Твоя жена, разберусь. Моя жена в столовой? Ее пустили на котлетос? А, она просто к окулисту пришла, у нее проблемы со зрением. А, нет, там клуб какой-то, снова какая-то дичь. О, нет! Он преследует меня! Это жена моя? В смысле, ее запаковали? Что случилось, блядь? Почему я сел в холодильник? Что же случилось дальше? Правильно я понимаю, по итогу это моя жена в холодильнике запакована. Прийти на похороны. Все-таки она реально скисла. Жесть, а ведь так ее любил. А вот и я. А, это похороны. Привет. А! Где ты был? Мы ждали тебя, все ждут твоей речи. А чего все такие грустные, будто она вам должна, типа денег? Шо? Все, я платить не буду. Почему у моей жены нет лица? Ой, извините. Ну и дела. Речь такова. Это моя жена. Все. Она умерла. Всем пока. Ладно. Я шучу. Вставай, блин. А что делать? А что, а зачем типа два? Это типа, если жарко, можно приоткрыть себе или что это? Кто не знает? Я нет. Я не знаю, чмок? Sorry. Извините. Э, куда все ушли? Я только начал. Ты что же закрылась? Задохнешься так. Опа. Накидали бутылок. Это не холодильник. Это она красная, как холодильник в натуре. Мне это не нравится, я сваливаю. Роднулька, ты куда собралась? Не, ну как так? Ты нормальная вообще, что это? Мел защитит, он у алтаря. Прочитай молитву. Я бы с удовольствием, но видишь, что творит жена бешеная. И номина с Патрисен, Твиллиен, Шпили, Вилли, Тусанкти. Не надо, ну ёпта! Все, вот так-то. Все, я б сделал. Немножко задымленное стало помещение, конечно. А это кому, мне? Чисто пришел, спалил церковь. Я умею. Ну а шо? Чего так смотрите? Нормально все это с головой? Кто там лежит? Что, я могу залезть, хотите? На самом деле было вот так, он приехал, а голова болит такой. Проверил, что реально лица не было у жены. Такой типа устал, перекур, мужики там сами справятся, чё? Они такие, все, мы пошли. А я такой типа, у меня все еще перекур. А холодильник так тут почему? Следующий уровень, бутерброд с зубами. Наконец-то дали похасанить. Такого сникобата у нас не было 157 лет. Ты чё делаешь? Жесть! Меня преследует холодильник. А могу дрифтануть? Походу не могу. Жалко. Я могу выпить здесь кофе. Понял, маршрут перестроен. Большой с сахаром. И чё, как выйти? Фары себе зеленым сделал. Не по ГОСТу. Всем здравствуйте, я приехал пить кофе. 66 баксов? Нет, спасибо, обойдусь. Ринг, ринг. Горит чек. БМВ. Полиция? Нет, это не полиция.
Красавица, подвести? Ой, ну нахер. Да мне в другую сторону оказалось. Отстань, мест нет. Кого? Даже не пытайся сюда залезть. Че ты уселся? Я не вожу людей. Сейчас выйду, тебя нахлобучу. О, полиция. Наконец-то. Подъезжай к обочине. Есть, сэр. Если что, я превышал, потому что за мной вот эта штука гналась. Ну все, это перекус таксиста чек. Ну, видимо, я уже не нужен здесь. Не наелся, что ли? Чё ты за мной бежишь? Иди, дай патрульных. Похоже, мне удалось уйти. Что-то все неясно. Это последний деликатес остался. Что-то про перчик. Привет. Приехал робот-пылесос. Извините, он будет шуметь вам здесь. А почему мне только в конце сказали, что у меня есть вот это ребенок? Напейся. Я не хочу. Не буду. Нет. Не буду. Я против. Ну ладно, против одной не против. О, да. Ладно, давай еще одно. Бог любит троицу. Где еще бутылка? Кто там? Ремонтная мастерская Фрэнка. Вы ремонтируете холодильники? Да, вы можете привезти его сегодня. Отлично, я живу неподалеку, скоро приеду. Чудесно, я пока попью. Он что, уже приперся? Ой, не, мы такие не чиним, извините, до свидания. Спасибо, я заберу его на следующей неделе. Почини холодильник. Что с тобой не так-то? Хотя сзади что происходит-то вот? Дверь заклинила, нужны инструменты, чтобы открыть ее. Магазин запчастей Карла, чем я могу помочь? Здравствуй, там Фрэнк, мне нужен компрессор для холодильника. Ты можешь забрать свой компрессор завтра. Извини, холодильник, потерпи до завтра. А сейчас у меня другая важная задача. Папа, поиграй со мной в прятки. Нет, доча, я хочу пить пиво и смотреть телевизор. Но она в холодильнике! Что тут пить? Открывай! Ты же там? Что, нет, что ли? Девочка. Оба! Ладно, ты не настолько тупаешь. Найду. Я отругаю. Ага! В ванной джуси какие-то, но здесь ее нет. Ты же не могла в какой-то ящик запаковаться, правильно? Могла! Привет! Ты нашел меня, давай еще! Сядь на стул, считай до 10, и я снова спрячусь. А, он под пивасный обсосок уснул. Ну все, это ГГ, девочки. Сколько времени прошло, где Лори? Холодос, холодос. А ну выплевывай девочку, быстренько. А, она смеется, значит ей нравится. Что, ну, она там ржет. Все нормально. Что? А что могло случиться? Она же типа, он не работает. А, объяснение мне не заслужил, да, я так понимаю? Ну не заслужил, наверное. А идите. Достала.